Я Джетли, и сегодня мы погуляем. Чуть-чуть погуляем. Просто за городом. И, наверное, молча. Потому что что-то я тут как-то это говорить не особо хочу. Машины пропускают. Короче говоря, вообще я это место хотела пофоткать. Но проблема в том, что хрен я его пофоткаю. Фотик слишком тяжелый, чтобы сюда его тащить. Ну, ладно, не слишком тяжелый, просто камера легче. Вот. Тут очень красиво. Я, конечно же, вам не скажу, что это за место. И все адреса буду избегать. Но если попадется, то попадется. Если кто узнает, что это за место, ну, можете написать. Вот. А завтра вводят карантин. А, ну, сегодня типа пятница, да? И все. Завтра пятница. Точнее, сегодня пятница. И типа завтра суббота. Суббота карантин. Поэтому надо пользоваться тем, что у нас сейчас есть, и гулять по ночам. Ну, точнее, как гулять по ночам? Гулять по ночам не надо. Сейчас я запалюсь немножко. Чуть-чуть. И все. Я больше не буду палиться, потому что нафига оно мне надо? Я вам показываю пейзажи, виды, а не свое лицо. Вот. Там дальше мостик. А, сейчас приближу. Мостик, храм. А, я опять не настроила цветность камеры. Поэтому она все выбеливает, но на самом деле тут освещение гораздо теплее. И все. Просто освещение гораздо теплее. Вот там мост. Под мостом какой-то ручеек. Там еще проход. Вон туда вот, дальше. И, собственно говоря, этим все и заканчивается. Там закругляется этот проход. Ну как закругляется? Дорога закругляется. И все. Я тут пропустила женщину. Вот. Просто очень не люблю, когда кто-то сзади меня идет. Особенно если я что-то снимаю. Потому что на улице я редко снимаю. Только когда никого нет вокруг. Беседочка. Вот, собственно говоря, мы могли бы туда пройти сейчас, но у меня времени не так много, поэтому я не буду никуда ходить. Вот оттуда мы пришли. Вот. Ну, тут, собственно говоря, очень красиво. Я тут периодически бываю. Там всякие магазины одежды, выставка кукол. И все. Тут особо ничего нет. Тут даже продуктовых не так много. Потому что... Я не знаю почему. Тут можно было бы что-нибудь открыть. Но не сейчас. Сейчас у нас карантинчик. Вся прочая хрень. Ну, будет карантинчик.
скорее всего, он затянется, ну, надолго. Потому что у меня есть друзья и знакомые из других стран. И они говорят, что у них карантин уже идет там, ну, второй-третий месяц. А что такое карантин? Это вылазки непосредственно, исключительно только по важным делам, на работу, за продуктами. И вот хрен знает, как тут жить. Особенно, если ты неофициально работаешь. И, типа, название организации особо называть нельзя. Ну, ладно, чего-нибудь придумаю. Я буду снимать храм. Я буду снимать все, что я вижу. Ну, ладно, не совсем все. Я вижу гораздо больше, чем камера. И в этом минус камер. Опять я на платформе, поэтому я повыше. Повыше, чем можно. Собственно говоря, вот. Мне идти недалеко, но, ну, блин, просто недалеко идти, и все. Ничего не буду говорить. Домики. Тут очень интересная была где-то архитектура. Но архитектура у храма совершенно обычная, стандартная. Я не знаю, сейчас попробую какой-нибудь режимчик включить. Нет. Нельзя. Короче, ладно. Вы можете заметить очертания храма. Некоторые вещи, которые меня пугают. Ну, вы их, наверное, не заметите, потому что, скорее всего, это глюки. У меня глюки. Ну, что ж поделать. Вот. Собственно говоря, такой очень небольшой бложик о том, где я гуляю, что я делаю. Ну, типа, что я делаю, это не совсем точно, потому что я просто хожу. Мусорка. Мусорка. Да ладно, не буду показывать. Тут площадка по сбору накопленных отходов. Не знаю, вы что-нибудь прочитаете. У меня тут, походу, камера запотевает. Ну, ладно. Вот. Люди гуляют. Завтра попытаемся куда-нибудь выбраться, наверное. Но не факт, что удастся. Потому что карантинчик, да? Что у нас там? Что у вас по карантину? У всех. Смотрите, какая прелесть. Домик. Там еще домик. Окна огромные, просто обожаю огромные окна. Потому что циркуляция воздуха в квартире хорошая. И можно как раз на карантине, да, типа устраивать самоизоляцию и не скучать по улице. Абсолютно. Вот. Не скучать, потому что, опять же, это же циркуляция. Потом что? И так, я потеряла мысль. А все потому, что я совершаю действия. Вот. Я, наверное, тут закончу. Потому что так надо. Все. Вот. Всем спасибо за просмотр и до встречи потом, когда-нибудь.